Здорово, братва. Вот мы в Египте, город Шарм-эль-Шейх. Добирались мы сюда 13 часов. У нас был ранний вылет. Вылетали мы с Внуково, поэтому пришлось пораньше выезжать из дома. Просидели часа 3, наверное, в аэропорту. Дорога на самом деле такая тяжелая. Но мне было тяжело спать в самолете, поэтому мы накачали фильмов. Раньше как-то попроще было в Египет лететь. Плюс еще в самолете холодно было. Берите с собой обязательно какие-нибудь кофты. По прилету... Что вам могу сказать? Главное, не ведитесь, египтяне сразу будут стараться на вас заработать деньги. Если вы понимаете, что в отель, в который едете, у вас будет плохой интернет, идите сразу покупайте сим-карты, потому что будет очередь. Если понимаете, что возможно у вас будет хороший интернет, дождитесь отеля, там можно уже потом в городе будет сим-карту купить. Не переживайте за трансфер. Если у вас он не входит в стоимость, спокойно выходите, берите такси. Спокойно платите в долларах и приезжайте в свой отель. Наши карты тут не действуют. Вам нужно будет обязательно брать наличку. И не обязательно менять ее. Во всех отелях есть банкоматы, в которых это можно сделать. Доллары здесь везде принимают. Про отель я расскажу чуть позже. Сегодня мы поедем в старый город. Hello.
Знаешь, кто такой Масала? Футболист главный. Где они выкопали это, а? Давай чайку. Ну что, каркаде есть? Каркаде. Есть. Пошли каркаде с осмотром. Да не буду я. 13. Да у тебя хороший. За 13 берем? Да. Все, валяй, все. Привет. Хорошо. О, камера. Открытая. Ой, я, кстати, да, такой пилот. Он офигенный вообще. Да, я это знаю. Если ты это... Расскажу немного про наш отель «Альбатрос». Royal Grand. Находится он в городе Шарм-эль-Шейх. Первая линия у моря. Здесь есть определенная охрана. Оп. Здесь мы видим главный корпус. Мы, кстати, наш номер находится в главном корпусе. И каскад номеров, 3 или 4 бассейна и свой выход к морю. В принципе, не сильно большой отель. Есть мини-маркет на его территории. Когда приезжаете перед заселением, подходите, отдаете свои документы на ресепшн. Вас отводят в бар. Там заполняете анкеты. Здесь, конечно, открываются классные виды. И есть лифт. Для тех, у кого ограниченные возможности, этот лифт очень нужен. Здесь проходит основной ужин по системе «Шведский стол». А внизу есть один ресторан а-ля карт. Он находится здесь. Здесь находится лобби, бар. Как говорят, в Египте лифт – это роскошь. Мы жили на 4-м этаже. И у нас есть еще 3 этажа вниз. В принципе, все номера идентичны и похожи. И там есть спа. Здесь можно поиграть в бильярд. Там еще есть настольный теннис. Большинство мероприятий, как говорится, анимация, проходит. Привет! Нормально у тебя? Да, спасибо. Большинство мероприятий проходит вот в этом баре. Там же есть и фитнес-зал на свежем воздухе. Вот этот бар не работает. Пока.
как я уже сказал, несколько бассейнов. Один из них большой, находится у моря. Там же есть бар в бассейне. Сейчас я вам покажу море. Кстати, помимо того, что есть завтрак, обед и ужин, есть закуски на баре, который находится возле этого бассейна. Хот-доги, бургеры. Все по классике, как в Египте. Картошка фри, там все остальное. Кстати, есть вот такие вентиляторы. Но почему-то они не работают. Вот в таком состоянии этот бар. Начало пляжной линии вот здесь. Вначале сам можно взять полотенце. Везде есть уличные души. Есть три вида флагов. Желтый — средняя опасность. Зеленый — опасности нет. Красный — нельзя купаться. Ну и определенные правила посещения пляжа есть. В Шарм-эль-Шейхе нельзя избавляться от кораллов, поэтому у всех есть понтоны, у всех отелей, с которых можно поплавать. Ну а те, кто не любят плавать, а просто любят море, могут покупаться вот здесь, зайти по колено, присесть. Пляж большой. Всегда есть места, всегда есть возможность удобно расположиться. На самом деле очень красиво, особенно для тех, кто любит понырять с аквалангом. Очень много живности. Понятно. Сейчас я покажу, что есть на баре у пляжа. Ну, как всегда, много коктейлей. Есть мороженое. Есть волейбольная площадка. Когда солнце уходит, можно это играть. Днем, конечно, очень жарко для этого. На территории отеля есть ряд домиков, которые сегодня наконец-то открылись, потому что большинство из них были закрыты. Они не обслуживались. Как я вижу, сегодня есть те, кто заехал. Сейчас вам покажу лежаки. Многие думают, что это не так важно. На самом деле лежак на пляже должен быть мягким, но, по моему мнению, и классным, твердым. Вот хочу отметить, что на двоих очень удобное место. Смотрите, какой толстый лежак. На пляже никого нет уже. Очень большие волны. Купаться сейчас уже, наверное, небезопасно, но есть сотрудник отеля, который следит за порядком на понтоне. Ну и кораблики. Пляж очень много мест. Это большое преимущество для отеля. Понтоны есть дайвер-клуб. Можно позаниматься дайвингом. Это здесь очень распространено. И есть полянка, на которой все фоткаются. Понтон закрыт. Понтон закрыт, но есть те, кто, наверное, давно там сидит, они купаются.
вообще на территории отеля очень красиво и чаще всего убрано. Отель запустился, перезапустился после покупки Альбатросом 2 месяца назад. Ребята, которые во главе новой команды сейчас занимаются этим отелем, в принципе, работают достаточно хорошо, если говорить про территорию и уборку номеров. Про питание в Египте я буду рассказывать отдельно. Ну, а по территории, наверное, все. Отель каскадный. То есть здесь есть несколько уровней. И, в принципе, все похоже. Ну, есть уединенные места. Вот. Территория отеля очень классная. Вот можно на выходные снять вот такой домик на берегу моря. Правда, не знаю, сколько это будет стоить. Но сколько это будет стоить. Хотя отель располагается компактно, не сильно большой. Но есть много мест, где можно пофоткаться. Есть места, где можно погулять, уединиться. Ну, в такую погоду, конечно, тяжело попить чай, посидеть. Вот, допустим, есть чайная, да? Но только если ночью. Так, территория отеля мне очень нравится. Такой внутренний двор. Есть, конечно, над чем еще нужно работать, но за территорию, за чистоту на территории я бы поставил хорошую оценку этому отелю. Мне нравится. Все, комаров не будет, к сожалению. Братишка твой? Да, кровопивца. Вот видишь знак? Прямо. Значит, как надо идти? А, это вот какие-то комары, блядь. Большой, серьезный отель. И вот напротив развалы. Разруха. Никто здесь не живет. Фонари еле светят. На закат классный. Мне будет интересно. Прям чувствуется, что здесь когда-то кипела жизнь, да? Все закрыто, никого не было. Вот. Все закапано. Лежало, грязь закапывает всю. Какой-то отель тут был, он охранник сидит еще даже. Здесь был отель. Потому что пики есть. Точеные. Вот один охранник остался. И стал он заброшенкой. И осталась вот аптека одна. Тут по-любому были ребята из Воронежа. Потому что панки ходят. Вон там недалеко находится магазин, претендующий на название Fix Price. Жалко тебе его. Юлиан. Жалко. Если, короче,
Такую взять себе, нормально будет, я думаю. Дифа как упал на форму. Какой-то Салах Месси. Вот они, наши братья. Братья египтяне. Русская аптека в Египте. Доставка до отелей есть. Будете в Египте, что-то заболит, можно заказать доставку до отелей. Русская аптека находится напротив Иль-Меркато. Рекомендуем тем, кто хочет купить лекарства и шампуни. Вот, так выглядит. Находится напротив Иль-Меркато. Рядом грильхаус. А на первом этаже магазин Микки Маусов. Так, надо посмотреть, сколько стоит такая тачка. Полтора миллиона. Ну, наверное, даже 1 800 000, если на рубли. 1 800 000. Хавальчик. Ну, хавал. 655 фунтов. 1 655 000 фунтов. Это 3 000 000. Ну да, где-то 3. Вот такой хавал, 3 000 000 рублей. Вот, кто хочет купить, вот здесь можно купить. В общем, мы в Эль-Меркато. Если бы тут работали все магазины, мы бы только сюда ходили. Здесь Nike, Adidas, тут даже Starbucks есть. Из этого всего остался только, конечно же, Макдональдс. И ради вас я сегодня попробую еду из египетского Макдака и покажу, что там в нем есть. А там меня было видно? В общем, мы идем в Макдональдс. Закрытый совсем внутри. Там были магазинчики. Сейчас тут все закрыто после пандемии. Вот. Движуха здесь есть небольшая, потому что это детский клуб. Так полностью все закрыто. К нашему большому сожалению. Потому что после посещения всяких мабеев вообще туда не хочется возвращаться. А ты слишком рано началась. Рано так рано. Слушай, ну... Терлим-бум-бум. Ну ладно. А что, когда можно? Снимай. Можно? Да можно. А сейчас? Можно. Сейчас, по сути, народу много, поэтому есть вероятность того, что там нормальная еда. Должна быть.
Спрятался от тебя. Надо брать Big Tasty Beef большой с картошкой и кока-колой. Можно сделать заказ, да? Tasty набор вот этот. Фри, картошка, кола. Большой. То кетчуп. Только кетчуп. А барбекю вкуснее, если сладкий кетчуп. Все. С тобой. $7. Без проблем. Фунтов. Хорошо. Я буду варить чай. Да вообще легко. Я местный просто. Все, мы заказали сейчас. Будем есть. Монетки. Пошли ждать. Наш счастливый номерок 114. Сейчас мы будем пить колу. Всячески разлагаться. Это должен был быть Хилтоп Бич. А там сейчас вот собаки спят. Ну что, попробуем? Египетский Макдональдс. Друзья, это все только ради вас, чтобы вы знали, стоит это брать или нет. Что у нас входило в наше меню? Понятно, салфеточки, само собой. Так, большая пачка картошки. У нас главное блюдо — это Big Tasty с говядиной. 3 кетчупа и кисло-сладкий соус. Пакет бесплатно. Вот это все вместе стоит у нас $9, что в переводе на наши рубли 500, там 50 рублей. Кола. Кола вкуснее, чем у нас. Концентрация выше. У нас концентрация в последнее время не очень. Видимо, запасы заканчиваются. Поэтому кола вкуснее, чем у нас. Это 100%. Сама булка. Она в упаковке. Это самая дорогая булка, которая есть в египетском Макдаке. И картошка. Сейчас мы попробуем. Давайте сначала картошку, ладно. В принципе, недалеко донесли мы до номера. Она не должна была остыть. Кетчуп, кисло-сладкий соус жиденький. У нас он более такой. Так, первая картошечка. Вообще она красивенькая и красивее, чем ту, которую нам дают в отеле. Вот, ну, типа она тут бесплатная, входит в инклюзив, а там платишь денежки. Лучше картошка вкусная. То есть я думал, будет хуже. Картошка прям хорошая. Да и соус кисло-сладкий вкусный на самом деле. Давайте перейдем к Big Tasty. Самое важное, что у нас есть. Итак, Big Tasty. Запаковано хорошо. В принципе, запах хороший. Запах мне нравится. Что у нас здесь есть? Две булки. Но это типа самая дорогая булка в Макдаке в Египте. Посмотрите, она тонкая.
Но наш Big Tasty покрасивее выглядит, мне кажется. Что здесь есть? Давайте посмотрим. Соус Big Tasty лук. Один помидор. Ну и куча салата. Не знаю, будет ли это вкусно. Сейчас посмотрим. Что у нас под котлетой? Давайте посмотрим. Ну, под котлетой сыр. Ну что, попробуем? Ради вас, ребята, чтобы вы знали. Мясо не солят в Египте. Big Tasty ужасный, честно. Сухой. Соуса Big Tasty вообще не чувствуешь. В общем, точно нет. Из этого всего что мы делаем? Какой вывод? Картоху берите. И со сладкий берите. И колу. Ну и можно чизбургеры. Я не пробовал, но мне кажется, сыр с мясом ничем не спорится. Макдональдс точно нет. Видите? В России, на самом деле, самый вкусный был Макдональдс. Не знаю, что сейчас. Приеду, попробую. Владимирский централ, этаповый стиль, лежит на сердце тяжкий груз. Если в Турции кошки и собаки, то в Египте вороны и вороны. Это они ждут свой завтрак. Что вам рассказать про наш номер? Нам очень повезло, он очень удобно находится. Здесь вот два этажа вверх, сразу же ресепшн и лобби. Номер 1421, открывается он с карточки. Заходим. Такой неплохой коридор, большой. Карточку никуда не надо вставлять, поэтому у нас постоянно работал кондиционер. Немножко расскажу про то, какой здесь кондиционер. Три варианта. Ночной и средний, и такой, который мы включали днем. Здесь находится красивый шкаф. Вообще, в принципе, номер красивый, очень вместительный. Здесь много всего вмещается, даже чемодан. Так же, как и здесь, большой вместительный шкаф. Если, ну, тут, как всегда, если не хотите, чтобы вас беспокоили, можно повесить красную табличку. Если хотите, чтобы помыли номер, можно повесить зеленую. И, кстати, когда красную вешаешь, они еще раза 4 подходят и спрашивают, нужно ли помыть номер. Если на схеме посмотреть, то наш номер здесь. В принципе, все одинаковые номера. Гостиницу выкупили давно, как я понимаю, но 2 месяца назад только открылись, поэтому там ремонтики хорошие еще. Здесь можно попить чай, мы купили каркаде уже. Вот. Здесь сейф хороший, холодильник, всегда много воды, если нужно, они приносят. Вот, комната, очень большой телевизор, прям максимально большой. После уборки ребята стараются лебедей вам сделать, ну, в духе Египта, прикольно получается, картины прикольные. И если говорить про дизайн номера, он реально такой прям очень интересный. Здесь есть сундук. У нас здесь там то, что мы купили домой. Ну и чемодан лежит. Раньше, наверное, здесь стоял холодильник. Там сейчас подушки. Ну, мусорка, понятно. Стулья. Много разных шкафчиков. И очень прикольный комод. Прям то, что нужно для отпуска. Тут 4 отделения. Очень классно. Напротив 2 кресла плетеных. Большая кровать. Шторы, кстати,
вообще не проницаемые, можно спать. То есть здесь, если отключить, прям вот конкретно темно будет. Во. В этом, кстати, хорошая ткань. В этом есть преимущество определенное, потому что рано расцветает и тяжело спать. Но вот тут этот вопрос решили. Если говорить про балкон, что у нас есть на балконе? Заметьте, не отключается кондиционер, всегда работает. Балкон классический, причем большой. Здесь вид на бассейн у нас. Здесь проходит вечерняя программа. Кстати, ребята молодцы тоже в этом отношении. Они в 9.30 заканчивают, 10. В 9 начинают, 10.30 заканчивают. Поэтому не сильно напрягаешься. Это если говорить про большую комнату, еще у нас телевизор большой. Много где что можно положить. Есть зеркало большое и душ простой. Как я уже сказал, 2 месяца назад стартовал этот отель. Они планируют поменять сантехнику полностью. Сантехнику и сейчас нормальная. Вот. И большое зеркало. Цветочки везде. Много альбатросовских шампуней, но это их фишка. Есть чем посушить волосы, есть мыло, есть как зеркало для бритья. Вот такой номер. Мне номер нравится, мне здесь удобно, комфортно и не жарко, что очень важно. Какие моменты были? Было 2 раза отключение света, потому что мы не выключали кондиционер. 3 минуты приходят и меняют свет, включают.
Берем сразу сладкое. Люди, которые не ели креветок никогда. Аля-карт ресторан, красивая жена, что еще нужно в день рождения? Пиздюлей. Пуй из моря продуктов, ну давай. Что, если обратно? Давай, пробуй, ну хоть я. Вилка с тремя супчиками должна быть? Вот такой салат. Ну что, с днем рождения мужа твоего? С днем рождения. Сейчас я вам немного расскажу про еду. Вот. Про еду в отеле «Арбатрос». Что у нас получается? У нас есть шведский стол, у нас есть один ресторан «Аля-карт», он рыбный. Мы были в нем. Мягко говоря, для наших желудков это все было очень опасно. То ли потому, что мы не употребляем алкоголь, то ли потому, что мы привыкли к совершенно другой еде. По плюсам, ну, не знаю. Есть определенное разнообразие в шведском столе, есть. Но я бы хотел бы отметить для начала зоны роста. Первое. Когда кто-то поел, на арену сразу выходит человек с тележкой. Люди сидят дальше, кушают. А он в это время убирает объедки. Вместо того, чтобы, как это заведено в большинстве отелей других, допустим, он приходит, забирает тарелки и идет там в угол свой. Там убирает объедки. То есть это не совсем приятно, мягко говоря, вообще неприятно. Очереди очередями – это там вопрос не к отелю. Разнообразие по завтраку, круассаны, яичница, какие-то блинчики, это все есть, но нам это приелось там на третий день. Ну, это там классическая история для all inclusive. По обеду, на обед почти никто не ходит в одно время, то есть люди разбредаются и приходят в разное время, поэтому обед такой интересный вроде как. И не очень много народу к началу обеда приходит, все еще на море. По ужину ребята стараются, но я вам сразу говорю и рекомендую, запаситесь таблетками. Таблетки – это то, что вас должно спасать. Вот мы здесь 12 дней, и за эти 12 дней, ну, может быть, 1-2 дня, когда не болел живот. То ли из-за того, что, еще раз, мы не проспиртованы, то ли из-за того, что не привыкли к такой еде, но постоянная тяжесть в животе,
И мы не переедали, то есть, ну, реально, немного ели. Но эта тяжесть, она всегда присутствовала. Это очень осложняет процесс отдыха. Это очень мешает отдыху. Я бы на месте отеля, в первую очередь, на месте руководства отеля, поставил себе задачу сделать именно по питанию рывок вверх. Это качество питания, это то, что подается, ну и понятно, как это все убирается. Поэтому вот именно по питанию отелю есть куда расти. Не очень хорошо здесь с этим. Не очень. Может быть, как и во всем Египте. Но я говорю именно про отель «Альбатрос» Royal Grand. Надо что-то с этим делать по питанию. Потому что на таблетках постоянно это очень тяжело. Вот. Если говорить про бар, который в лобби, это один из лучших баров в лобби, который я, наверное, встречал, один из. Но вот прям вот ребята работают супер. У них очень вкусные напитки, кофе. Они отдаются этому процессу. Вот это бы я похвалил. А кухня ужасная. Просто это, не знаю, отравление за отравлениями у вас будет. Берегите себя. И вы должны понимать, когда едете в Египет, нужно брать таблеточки. Ну, либо тут покупать. А мы сегодня, кстати, едем на площадь Соха. Покажем вам, что там. Hello. Круто. Вот это площадь Соха. Сейчас мы здесь погуляем. Немножко для вас поснимаем. Adidas. How much? 1000 футов. По-моему, да. 1000 футов, 5000 рублей. Нет, 1000 футов. 5000 рублей. 799 рублей. В смысле футов. Он сказал, подожди, пожалуйста, и убежал. Да, и ушел. Долго. Что ты хочешь сказать? Давай разъедем. Спасибо. Спасибо. Хороших продаж. Спасибо, ты хорошо отдыхай. Спасибо. Увидимся. Пока-пока. Купили другу футболочку. Интересно, заценит он, да?
Мне показался на прикольнее. Сейчас пойдем в следующий торговый центр. Ну, нормально. Баленсиага есть тут? Пойти. Индоллар. Индоллар. Вот это все. 9. 8? 8? In Egyptian, and I give you dollar. It's okay, I may see. Davona, what? Точно Davona? I change. Good? No, no. Все? For you, this is love. Пошли. Куда? Все. Очень вкусно пахнет. Короче, жене нравится. Это самое главное. Что понравилось жене. Георгий, кожа Георгия продается. Держись. Такой ловец снов хочет? Ну, они красивые, ну куда его повесить? Ну, не знаю. Ты всегда найдешь, куда повесить. Ловца снов. Сравнивая три такие большие достопримечательности, основные Шарм-эль-Шейха, Сохо площадь и старый город, и Нама-Бэй, на первое место я в любом случае ставлю Сохо площадь. Здесь вам будет поинтереснее чуть-чуть. Здесь реально там есть определенные движения, есть парочка нормальных магазинов. Здесь красиво, огонечки. На второе место, конечно, старый город по достопримечательности, пусть это новодел, вот эта красивая мечеть. Ну и Нама-Бэй, сейчас там идет строительство и просто рынок какой-то. Поэтому я вам рекомендую в первую очередь поехать на площадь Сохо, потом посмотреть мечеть в Старом Египте. А уже, если будет время, поехать на Нама-Бэй. Записываешь? Я есть хочу, а ты меня голодом морешь, скотина усатая. В общем, на лето очереди сильных нет. Чем мы прошли? Мы прошли проверку чемодана. В начале, потом перед тем, как билеты получили билеты, потом поставили печать в паспорт, потом еще раз сдали чемодан, и нас еще раз проверили, и еще раз проверили, по-моему, три раза, да, проверили, где-то так. В общем, ничего там страшного нет, косметика, точнее, парфюмерия в Египте дешевле, лучше дьюти-фри в Египте покупать, в духе. А мы есть хотим, просто у нас... Большой булок, особенно жены. Бургер Кинг находится на самом верхнем этаже. Сейчас будем пробовать Бургер Кинг. И это тоже ради вас все.
Так. Ну как? Как у нас? Вкусно? Да, классная картошка. Я взял двойной воппер. О, ничего себе, у тебя с грудкой прям, смотри. Да. А жена взяла воппер с грудкой. Такого нет в Москве, кстати. А я взял двойной воппер. И я, кстати, уже давно ем только на камеру. Ну что, я сейчас буду пробовать воппер двойной. Макдональдс против Бургер Кинга. Макдональдс ужасный. Бургер Кинг вкуснее. Вкуснее. А ты это хочешь? Я думала, ты на камень. Да ладно. Давай чуть-чуть, ладно. Куриный воппер. У тебя вкуснее. Так и живем. Грамотная жена. Блин, вообще классно. У нас такого реально нет. В общем, вот такой воппер, кола и картошка фри. Еще одна картошка фри. И вот эта вкуснейшая булка, я не знаю, это просто чудо вообще. И диетическая кола. Все вместе стоит $24. Что в переводе на наши, это ну где-то 1400. Вот Бургер Кинг вкуснее, чем Макдак. Это 100 пудов. Видимо, мы приехали очень вовремя, потому что вот такие сейчас очереди. Офигеть. Камера, мотор. Вернувшись из Египта, мы попали в жесткую пробку в аэропорту. Очень долго выходили. И потом еще долго ехали до дома. Но вот прошло буквально несколько недель. И можно сделать определенные выводы нашей поездки. Какие у нас были ошибки? Мы вроде долго изучали информацию по отелю, но сам отель был вроде ничего, там номера и там близость к морю, первая линия, но вот с едой нам там вообще жутко не повезло. И вот уже 2 недели после Египта даже у нас животы болят. То есть первое — это нужно что-то делать, брать какие-то таблетки с собой обязательно. Потому что отпуск будет омрачен у вас. Второе. Продумайте, куда поедете. Там для нас неинтересно было всякие экскурсии. Вот это нам неинтересно было. Мы там город изучали. Посмотрите, в городе есть 3 места интересных. Я бы посоветовал сначала на площадь Сохо съездить. Там можно и, кстати, поесть, и погулять, и красиво пофоткаться, там все есть. Потом старый город, а потом уже рынок на Мабей. Он там сейчас ремонтируется, может, когда вы приедете, он уже отремонтируется, не знаю, но там мы были, был не в очень хорошем состоянии, нам очень не понравилось. Ну и готовьтесь к жаре, берите с собой пантенолы. Вот. Мы, конечно, загорали в тени, научены горьким опытом, но жена взяла столько пантенола, не знаю, можно было пол отеля, наверное, обмазать. Вот 3 момента по отдыху в Египте. Но каждый должен понимать, зачем он туда едет, и каждый должен правильно делать выбор для своего отдыха. Так как Турция была просто недостижимо этим летом, к сожалению для нас, мы выбрали Египет, отдохнули хорошо,
загорели. Но вот те проблемы, которые я перечислил, они, возможно, вы с ними не столкнетесь. Ну а мы столкнулись. Всем спасибо. Ждите новых выпусков. Если вам понравились выпуски про города, ставьте лайки. Буду больше снимать. Все. До свидания.